очень русский. Сказали, это не попадает. До тех пор, пока востребовано творчество Бунина, существует та Россия, которую он знал и любил. И мы, ныне живущие соотечественники, читая его произведения, испытываем те же чувства, которые испытывал он, как и писал. Атмосфера катастрофы в работе, естественно, преломилась через образ писателя, завязав целый узел проблем не только живописных, но и онтологических, тем самым давая портрету полифоничность. И пусть это заключение о видимой сложности восприятия портрета не прозвучит противоречием следующему тезису. Потому что если в избранном для специализации жанре существуют свои поджанры, как-то портрет биографии, парадные портреты и другие, то по отношению к Ивану Бунину Бутырского я рискну предложить определение монодрамы, взятой из словаря другого вида искусства. Размер, формат полотна способны вместить в себя множество ограниченностей, тем не менее скупно красноречивые детали, и даже то, что допущено на сцену, оказывается смикшировано полумраком. Бутырского здесь изобретательно склонно. Ни открытого жеста, ни утверждения в этом против постколониальном. Кому выносится за скобки, то есть в данном случае за рамку полотна. Наблюдать дано нам с вами. Лежатая в кулак рука на уровне груди, поза одновременно значимая и служебно оправданная, не мемориально демонстративная, в кулаке зажата папироса, а потому весь смысл портрета, как и следовало тому быть, сконцентрирован в лице писателя. Здесь вся активность авторского самовысказывания. Здесь психологический центр и пафос портрета. Концепция образа Бунина у Бутырского соединилась с преклонением перед великим талантом, и сегодняшнее наше понимание происшедших событий, усвоенное через призму временной перспективы и переоценки не только окаянных дней, но и окаянных десятилетий. Работа художника Бутырского, независимо от того, знаем мы лично Бунина или не знаем, она действует на зрителя, безусловно. Здесь происходит какая-то внутренняя трагедия человека, который находится на грани жизни и смерти. Потому что один из немногих, кто выступил в нашей печати против революции. Естественно, не понимая, так сказать, смысла всего происходящего, он все-таки сказал совершенно откровенно и справедливо, что людей ждут очень тяжелые дни, очень тяжелые дни. И это он связывал все с, естественно, отрицательными и сомнительными существами, которые наполняют вообще, так сказать, мир. Я должен вам сказать, что первое впечатление, которое, так сказать, на меня произвел эскиз, сразу же предопределил и окончание. Собственно, художник шел по правильному пути, хотя там было много лишнего, и вот он пришел, наконец, к очень лаконичному, простому решению. За исключением небольшого окружения книг, которые, с одной стороны, говорят, что он писатель, что он имеет отношение к интеллектуальной жизни, а с другой стороны, просто нужно было разобраться в тональном сочетании вот этих вот ритмов тона. И очень редкая вещь. Это не декоративный завершение, а это психологический драма, развернувшийся вот перед нами. Все тут подчиняется. И окно, и человек, и свет, и прекрасно.
прекрасно написанный натюрморт, который мы видим. Поэтому мне кажется, что вот эта вот такая традиция психологического внутреннего мира, сложности человеческой личности в портрете, это надо всячески поддерживать. Это величайший дар художника-психолога, особенно в наше время, когда живопись переходит все более и более к такому внешнему, декоративному, даже знаковому изображению. Прошу отвечать за внимание, уважаемая духовная комиссия. Особенно я хотел поблагодарить Илью Сергеевичу Глазунова, нашего бессменного ректора, замечательного русского художника, удивительного педагога, который дал нам очень много за те годы, которые мы провели в этом учебном заведении. Я рад и счастлив, что мне довелось здесь учиться. Также я хочу поблагодарить руководителя моей мастерской Павла Семеновича Касьянова, замечательного, удивительного человека, удивительного художника, преподавателя, ну, просто редко по своему вниманию к студенту. Я думаю, что я выражу общее мнение, что столько сил Павла Семеновича тратит на нас, которые могла бы тратить на свои великолепные работы, на свое творчество, что у меня просто даже нет слов, чтобы выразить всю эту благодарность.